Нет. Точно не для этого. Ну, кто как, у кого, конечно, свои интересы, я, в общем-то, думаю, что, может быть, если кто-то ходит для этого. Я точно нет. Борьба делает меня счастливой. Не знаю, когда борюсь, я такая счастливая, у меня просто всплеск сумасшедший. Как-то, что там, эндорфинов, да. Прохожу 2 года, и не могу сказать, что это классная идея. А если девочки пришли в джиу-джитсу, когда уже имеют парня, найти еще одного парня? Или найти много парней? Не, терпеть вот это все только для того, чтобы найти себе парня, что за бред. Нет, у меня муж, 2 детей, так что... Я с парнем хожу. Я его сюда привела. Он там стоит. Сейчас будет бороться после меня. Нет, я пошла не из-за этого. Мне, конечно, никто не поверит. Может не поверить. Мне просто с детства я была такая пацанка, знаешь, когда я начала смотреть всякие UFC и прочее. Сначала я вообще занималась боксом, а потом уже поперла меня в смешку и в борьбу окончательно. Естественно, хочется вот, а как это они делают, мне интересно. Поэтому вот, они для того, чтобы искать здесь парня, ну хотя такое тоже было, было как-то было.